Вот и, наверное, последний день, когда мы идем на речку за водой. Мы делали это на протяжении всего месяца, конечно, не каждый день. Сегодня действительно последний день. Ночью мы уезжаем. Как я считаю, мы свою программу выполнили. Было все. Был и холод, морозились. Your name is the splinter inside me. While I wait, I remember the sound. Длинные подходы, выходы ночью. Вершины, разные вершины, гребни, кулуары. Съезжали маленькие лавины, сыпались большие камни. Здорово, все нормально. Счастливы относительно того опыта, который мы получили. Я думаю, мы на этом не остановимся. Будем ходить в горы дальше.